Сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь могли студенты Казанского федерального университета. Возле Уникса расположилась мобильная станция переливания крови. С 8:30 утра до 12:30 любой желающий, достигший 18-летнего возраста, мог принять участие в акции. Реализована она была добровольческим центром студентов КФУ «Планета добрых дел» в рамках государственной программы развития добровольного донорства. При себе необходимо иметь только паспорт, а также пройти небольшую процедуру перед сдачей крови, а именно заполнить сведения о себе и сдать кровь на анализы. И буквально в течение 10 минут врачи оглашают результат, подходит ли ваша кровь для переливания. Студенты Казанского университета рассказали, что привело их в центр переливания крови. Ну, в первую очередь, чтобы спасти людей, которые умирают от потери крови. Когда вот узнала, что проводится такая акция, вот, вместе твоим добрые дела, мне захотелось поучаствовать и как бы помочь людям. У меня еще 4-я группа, как бы редкая, и это здорово. Я всегда хотел попробовать стать донором, и сразу решил. А есть какое-то вот ощущение, что вот эта кровь действительно пригодится кому-то? Она да, может... есть такое ощущение, что, может быть, кого-то она спасет даже. Для многих это первый опыт донорства, но уже сейчас молодые ребята и девушки осознают всю важность этой акции и обещают, что обязательно придут снова. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.